Всем привет! С вами инкогнито Татьяна. Сегодня готовить будем вот такое интересное блюдо из синеньких. Это блюдо из мяса и овощей, и поэтому оно хорошо подойдет для отварного картофеля, пюрешки или спагетти. Итак, давайте попробуем сделать это блюдо вместе. Синие, они же баклажаны, нарезаем средней толщины, где-то 7-10 миллиметров. Не очень толстая, не очень тонкая. Солим с двух сторон солью и оставляем минут на 20, чтобы вышло вместе с соком синих и их горечь. Займемся мясом. У меня индейка. Здесь 600 грамм индейки. Я буду ее прокручивать через мясорубку, буду делать фарш. Можно вместо фарша просто мелко нарезать мелким кубиком. Мой фарш готов. Я взяла большую луковицу, вернее, у меня большой не оказалось, я взяла 1,5 луковицы. Буду нарезать его мелким кубиком. Обжарю лук до розового цвета. И потом в него добавлю мой фарш с солью и перцем. И поджарим. В сковородку я налила растительного масла немножко. Сейчас я проверю сковородку на готовность. Беру одну небольшую луковинку и бросаю на сковородку. Видите, луковица зашипела, значит, сковородка готова. И поэтому будем забрасывать весь лук на сковородку. Сковородка шипит, значит, она горячая. Вот в этот лук я уже буду забрасывать фарш. Вот так выкладываем весь фарш. Фарш я перемешала с луком, он у меня поджаривается. И не забудем посолить и поперчить. Сначала я поперчу. Потом посолю. Фарш я прикрою крышечкой, и пусть он немножко пропарится, а пока я займусь синенькими. Будем их жарить с двух сторон на подсолнечном масле. Жарим синие, сильно не зажариваем. Вот такие вот. А еще для моего блюда мне нужна такая вот заправка. Половину луковицы я порезала кубиком. У меня есть вот такой перец замороженный, порезанный. Если у вас есть свежий перец, можете свежий перец порезать. И делаем ее типа заправки к борщу. То есть на подсолнечном масле поджариваем лук, добавляем туда перец, томат или томатный сок, томатную пасту, у кого что есть. Лук у меня перцем уже жарится. Пасту кладите по вкусу. Сейчас у меня вода закипит, и я добавлю сюда кипяточка. А еще нам нужен будет чеснок. Я его сюда тоже выдавлю через чесночницу. И оно немножечко у нас здесь протушится. Я выдавила чеснок. Добавлю сюда немножко воды. Много не буду добавлять, чтобы наша заправка была не жидкая. И она теперь еще должна протушиться. Немножко протушиться. И будет готово. Смажу сковородку, в которой буду запекать сливочным маслом. По идее, надо это делать все в духовке. Но сегодня такая жара, духовку открывать не хочется. Поэтому я буду делать сверху на печке под крышкой. Выкладываем шарами. Нижний слой — это у нас будут баклажаны. Теперь добавим мясо сверху. Слой мяса. Теперь овощи в томатном соусе. Теперь опять слой синеньких. Сверху я выложила слой мяса. И теперь добавлю сюда мою томатную заправку. Сколько ее будет. А сверху положу, наверное, еще помидоры. Ну, вот так у меня получилось. Сверху еще чуть-чуть натру сыром и ставлю на печку под крышку. Вы можете ставить в духовку. Температура 180 градусов в духовке.
на 15-20 минут. Вот так тушится мое блюдо. Сейчас я его накрою крышкой и пусть тушится. Ну вот, прошло 20 минут. Блюдо уже готово. Оно вкусное, сытное, красивое. И подливку можно использовать, поливая подливкой сверху пюрешку или спагетти. Вот такое блюдо мы сегодня с вами сделали. Готовьте, будьте вместе со мной. Пишите комментарии, ставьте лайки. И жду новых подписчиков. Всем пока!